привет! Это шоу «Однажды в России», шоу о самой честной в мире стране. Серьезно, у нас даже если спортсмен принимает допинг, то так, чтобы все знали. С нами сегодня Тим Иванов. Личная история. Личная история про Тима. Когда-то давно он расстался с девушкой. Тогда же впервые он увидел летающую тарелку, потом вторую летающую тарелку, летающую бочку и палочки. В общем, все свои вещи. Все свои вещи. Тим Иванов! Друзья, сегодня в выпуске первым номером будет номер про мужчину, который просит прощения у своей женщины. Кстати, только такие русские мужчины извиняются так, что приходится извиняться за извинения. Далее будет номер про навязчивые рекламные звонки. Это самая неискренняя ситуация на свете. Ведь один не хочет звонить, но звонит. Второй не хочет слушать, но слушает. Также покажем номер про мужчину, который перебрал с алкоголем и не хочет идти спать. Кстати, такие мужчины в нашей стране, сами того не понимая, поднимали российский YouTube. И только потом, чуть позже, подключились коты. По традиции отправимся к мэру в Землегорск. Маленький провинциальный городок, в котором богатство и элитарность жителей определяется тем, обуваешься ли ты, когда идешь в туалет. Завершит выпуск группа «Невозвратные бумеранги» с песней про романтику. Только знаете такую, про настоящую романтику, а не про ту, в которой вы с вашей второй половинкой в чугунной ванной с лепестками роз вылавливаете самодельные роллы. Это шоу «Однажды в России», новый сезон, мы начинаем. Братан, я тебе говорю, она с тебя так охренеет, я тебе клянусь. Она от удивления по швам лопнет. Она же всю жизнь в однокомнатной, а тут ты. Яна! 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 Любовь моя, прости меня, пожалуйста. Я не с пустыми руками. Я не покупал ничего. Короче, просто конь. Это что за концерт? Это концерт известнейшего тенора Лучано «Прости меня, Воротти». Нет? Сейчас. Это концерт известнейшей исполнительницы Билли Извиняйлиш. Блин, я не умею быстро шутки придумывать. Ян, просто прости меня, пожалуйста. А за что ты просишь прощения? Ну, прежде всего, за лифт. Но братишку нельзя ругать, он впервые не прямо, а вверх ехал, ну, он напугался. А во-вторых, ну, оступился, с кем не бывает. Миша, оступился — это когда свою девушку случайно другим именем назвал, а ты ей тройничок предлагал. Я просто хотел нашу с тобой жизнь разнообразить. Вообще супер, очень круто, только я в это трио не входила. Туда входила она, ты и твой друг, который должен вот-вот из тюрьмы выйти. Ну, я вот поэтому извиняться и пришел. Я с конем, с цветами, что тебе еще надо-то? У тебя нет цветов. Они были. Просто братишка тоже их очень любит. Причем интересная зверушка, Ян, представляешь, вот такой маленький букетик съел, а в лифте такое она творила, да. Я чего в обморок не упал? Хочешь, вызову, посмотришь? Миш, ты серьезно? После всего, что ты сделал, ты приходишь ко мне извиняться с конем? Ян, ну не бывает таких айфонов, я что сделаю-то? Янчик, это что такое, пиццу так привезли? А ты что, это исполнила свою мечту? Завела себе собаку, да? А что за порода? Французский бульдодик? Нет, сейчас. Московская сторожевафля. Стаффордширский черт. Я не могу придумывать шутки быстро. Ну, не будем, наверное, больше у них заказывать. Подача, конечно, интересная, но по словам перебор что-то. Яна, это кто? Это мой молодой человек. Чего? А что ты хотел? После нашей крайней ссоры ты сделал вид, что тебе кто-то звонит и ушел. Я придумал все это время, как извиниться. Все 3 месяца? Ну, зима была, они только весной выходят. Я что тебе... Давай я полицию вызову, да и все. Да какую полицию? Ну, судя по всему, конную, Ян. Смешно. Молодец.
Ну, а с другой стороны, тебя же, наверное, в армии в окно ради прикола не выкидывали. Тебя попроще придумали. Не выкидывали, действительно. Ой, здрасте. Здрасте, Ольга Васильевна. Че, Миш, пандемия по тебе тоже долбанула, да? Почему? Ну, ты ж на ленд-крузере ездил. А, не, это подарок. А, ух, мне тоже такую дарили. Грамм 300 в колбасе. А че вы с ведром? А так это дома сижу, коняшкой запахло. У меня в башке так щелк. Я как будто в детство вернулась, в деревню свою. Босиком по травке побегала, на велосипеде покаталась. Клубнику прям с грядки поела. Вот, ведро поссала, выношу на улицу. Сейчас. Яна, я не понимаю, почему ты с ним? Ты посмотри на него, но он же ради тебя даже дорожный знак не сорвет, не принесет домой. Он в озеро, если хорошо дно видно, он не прыгнет. Потому что что? Он скучный. Он как раз не скучный, он нормальный, в отличие от тебя. Ты в свои 35 лет до сих пор куришь двумя веточками, чтобы я об этом не узнала. Я бросил! Угу. Потому что братишку это убивает. Козел. На, мой хороший, на. Короче, всех, кто трогал коня, по 500 рублей давай. Мы не трогали. Не трогал никто его. Ладно, тогда телефоны гоните сюда. Телефоны-то зачем? Фотография с Петенькой стоит 1000 рублей. Я правильно понимаю, вы коня Петенька назвали? Да, а сына Торнадо. Мы что, сюда про имена пришли поговорить или что? Короче, с ваш штраф еще за то, что я поднимался на 12 этаж, 1000 рублей давай. Ты зачем подниматься? Лифт же работает. Работает, только там места нет. Я тебе говорю, там ужас, что натворил. Короче, мы не фоткались и не трогали вашего Петеньку. Да, не трогали. Ладно, а ты, короче, иди сюда, Петя, иди. Можно с тобой сфотографироваться? Почему со мной? Да, блин, видео в Ютубе под названием «Долбач пытается запихнуть коня в ленд-крузер» набрало 6 миллионов просмотров. Ты звезда! Давай сфотаемся. Давай, сейчас забавим. Слышь, давай быстрее, а? А это кто? Я Заза, я следующий на ней катаюсь. Да, сейчас, я сфотаюсь. Не, Янка, переезжать нельзя. Тут хотя бы весело у вас. Переезжать не будем, тут весело прям. Денис, ну ты же знаешь, тебе нельзя пить крепкое. Да я не пил крепкое, я вино пью. Денис, ты все вино внизу выпил. Давай по-серьезному поговорим. Уинстон Черчилль, да, пил виски с 11 утра. Опять и нормально. Опять этот гребаный Черчилль, не поднимай мне нервы. Это единственный успешный алкаш. Остальные все сдохли под забором. Алло? Что, клиника мануальной терапии? Не хочу ли я пройти обследование? Да, конечно, хочу, конечно, да. Когда-то вы должны были попасть, и вы попали, представляете? Да, серьезно, хочу. Из симптомов у меня, смотрите, я придурочный долбанавт, который сам не может найти клинику в интернете. Стендапер этот! Сволочь, блин, с каких пор вообще юмористам разрешили про власть шутить? Смотри, что он говорит. Да? В нашем городе плохие дороги, зато очень хорошие дороги у нашего мэра на столе. Летопись! Мятный пряник, тонет в чае, как Титаник. Даже самоварный краник потекает прям на кекс. Денис, заходи. Заходи. Куда, куда? Стоп, стоп. Скотина! Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Тихо. Подонок! Все, Денис, спать. Понял? Да кто ложится спать в 8 вечера, блин, а? Денис, кто в 8 вечера в говно, тот и ложится спать. Давай, я не играюсь, Денис. Да что ты с ним разговариваешь, как с нормальным придурок, конченый, алкотом? Ты алкота, ты понимаешь? Ты алкота! Ты что творишь вообще? Ты понимаешь, что вообще происходит?
Че, раз в год со всей страны, со всех филиалов приехали сюда в головной корпус. Раз в год для нас фирму просто приготовила маленький фуршетик, чтобы просто люди посидели, пообщались, поздоровались, познакомились с теми. Просто поговорили, а не женщину мужа обсасывать. В конце концов. А? Ты видел, как эта женщина на меня смотрела? Мне так стыдно было, это просто капец. Короче, пойдем тусоваться. Ну, я нормальный. Денис, ты ненормальный, Денис. Давай. Ты ложись, как там, внизу в лифте, только в кровати. Давай. Да я не играю с тобой, Денис, ну не играю с я. Да я нормальный, я не хочу спать, я нормальный. Ты ненормальный, Денис. Ты час внизу со всеми здоровался фразой из Ютуба. Здорово, отец. Здорово, отец. Женщина домой уезжает, а ты здорово, отец. Ну это нормально. Мы в поезде ехали, ты что говорил? Что я говорил? Мы в поезде ехали, ты что говорил? Что я говорил? Ты говорил, давайте, нормально, как люди воспитанные, подойду. Я подойду к генеральному, я с ним, поговорю с ним, я задам вопрос про финансирование, про систему лояльности. Ты так говорил? Говорил. Ты говорил? Говорил. А сегодня ты что сказал? Подошел, ты что сказал? Что сказал? Что ты сказал? Здорово, отец. Здорово, отец, ты сказал, придурок. Тихо. А он интеллигентный человек. Он что сделал? Ты видел, Мурат, что он сделал? Он подошел. Он постоял, поправил галстук. Он все понял, весь этот прикол. Что ты алкашня, он понял сразу. Но человек воспитанный, просто посмотрел на тебя и говорит, здорово, Денис. И что ты ответил ему? Здорово, отец. Идиот! Все, тихо. Денис, ну ты же знаешь, тебе нельзя пить крепкое. Да я не пил крепкое, я вино пью. Денис, ты все вино внизу выпил. Ты по-серьезному хочешь поговорить? По-серьезному? Я не шутил, Денис. Давай по-серьезному поговорим. Уинстон Черчилль пил виски с 11 утра. Опять и нормально. Опять этот гребаный Черчилль! Не поднимай мне нервы! Это единственный успешный алкаш! Остальные все сдохли под забором! Че ты нам всю жизнь этого Черчилля припихиваешь сюда? Денис, ну ты же прекрасно знаешь, тебе вообще никакой алкоголь нельзя. Ты становишься неуправляемый. Ты одну рюмочку выпиваешь, и все, тебе башню сносит. Ну, знаешь же прекрасно. Ну, знаю. Ну, а зачем тогда пить? Объясни мне. Ну, убей меня! Все, я бухой уже, все, я бухой. Убей меня. Короче, пойдем тусизом, все. Сказали, не пойдешь ты никуда, придурок. Один раз мы пошутили. Не бей. Я не буду его бить. Я его... Ты ударил меня! Потому что ты загреб с этой шуткой, то сизон. Мы когда заезжали сюда, сразу пошутили. Один раз. А ты 40 раз это говоришь всем. Ты очень красивый. Денис, это не смешно, понимаешь? Ну не перешутишь ты ведущего, ну Ургант ведет. Да, ты громче шутишь, но не лучше, Денис. И зачем ты у него микрофон вырвал? Объясни мне. Здорово, отец! Здорово! Придурок! Нас еще все слышали. Скажи. Извините, это не мы. Блин, все, Денис, короче, давай, ложись спать. Не буду. Спать, Денис, спать. Я не играю. Все, давай, ложись спать. Смотри, как что классно что? Там всем внизу да без не тебя. Он не будет все. Спать. Все, он да спит. Такие не спят все, никогда. Он спит. Здорово. Все, спи. Да не будет он спать. Ты да что, ты серьезно веришь? Все. Да ты что, Бух им не засыпал? Секунда. Да все. Он не спит, ты смотри, он издевается да над спит нами. Он. Аверьянов. Ты спишь? Да спит он, все. Ты спишь? Да ну спит он, все. Спит, спит, не бей, спит. Ты спишь? Все, я тебе ты говорю, спишь спит. Или да, нет? Да не буди его! Когда форум? Ты что, спал? Все. Дайте ухо. Все. Если ты вернешься. Пойдем. Ты зачем опять спустился, а? Аверьянов, а? Ну зачем ты опять? Вниз, а? Ты что, нам все испортил, а? Извините, пожалуйста. Извините, сейчас. Открой рот. Открой, дай сюда. Палец, дай сюда. Придурок, блин. Вот ваш Сережка. Извините, пожалуйста.
Этот, никому не рассказывайте, пожалуйста. Если будете рассказывать, то мы из Саратова, ладно? Здорово, отец. Слушай, давай его в окно нахрен выкинем просто и все. 8-й этаж, давай выкинем в окно и все. Просто скажем, упал. Ну, пьяный, все поверят, реально. Марат, ну я же понимаю, ты сейчас не шутишь. Ну ты в своем уме? Конечно, я в своем уме, Мурат, конечно, блин! Марат, это не шутки. Мурат. Это взять, убить человека. Мы скажем, что он упал, Мурат. Марат. Мурат. Марат. Мурат. Марат. Мурат. Марат? Марат. 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 Марат, Мурат. Мурат! Марат! Шакалы! Тихо. Избавиться от меня хотите, да? О, друзья называются, вы шакалы! Денис, ну что ты говоришь? Ну разве шакалы заботятся вот так о своем друге, а? Да что ты его слушаешь? Да не ведись ты на это, ты что не видишь, это концерт? Ну какие шакалы? Ну мы же его привели. Конечно, мы не шакалы, ну и не ведись на это концерт. Ты что, он сейчас заплачет, смотри, он на жалость будет давить. Давай, ну, давай. Шакалы, говорю. Ну, пошел! Два куска! Открой рот, понял, мы не хвалим. Хочу тусоваться! Закрой рот! Гомики! О. Ах ты! Кто тебе гомик? Кто тебе гомик, а? Кто тебе гомик, урод? Не бей, Мурат! Кто тебе гомик? Мурат, не бей, не бей! Мурат, не бей, кто тебе гомик? Не бей, не бей! Я тебе говорил... Давай его, мочи его! Давай! 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 Где эта собака, а? Где эта помойка кучерявая? Где этот обоссан единообразный, а? Где он? Наверное, Денис ищет. Его нет. Нет, нету, да? Здесь такого нет. А как ты меня нашел, Иванов, а? А, по запаху, ты же собака плешивая. Тихо. Он просто, ну, вот невменяемый. Ну, что с него взять? Ну, отойди, гомик, отойди. Прошу, пожалуйста, давай. Я сделал все, что мог. Ну что, мутант? Сейчас за каждый раз, как ты меня петухом назвал, я тебя в окно выкидывать буду. 27 раз назад поднимешься? А? Заколебешься выкидывать. Петух. Что? Петух. Кто? А кто из нас двух петух? А, петух? Ты мне сказал? А ты что, петух, петух, а? Петух. 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 Да ты смелый. Я это уважаю. А я тебя не уважаю, петух. Да ладно тебе, ну что, ты не видишь, уже другая стадия началась? Пьяное уважение, мы сейчас с тобой дружить будем, ты что? Петух. Не, ну ты в натуре аварийный, блин, а? У тебя вообще инстинкт самосохранения нет, что ли? Ладно, что, предлагаю вместе тусить, как ты говорил в этом. Как ты смешно говорил сейчас. Тусизон, да? А? Давай спустимся вниз. И придадим этой вечеринке немного неловкости, алкоголя и агрессии, а? Хорошо, петух. Ну, фамилия из-за петухов, ну что я здесь, ты же начинаешь. Да я сам хочу тусить, они меня постоянно поднимают обратно. Вот эти, что ли? Да. Так они сколько раз тебя поднимут, я их столько из окна и выкину. Отвечаешь, петух? Слово петухова. Давай. Погнали. Ну, подождите, ну в смысле, куда ты, Денис, ну вам лучше не... Все. Ау! Я спать. Ты чё? Я же спал. Ты еще петух на моих друзей? Астраханские айтишники! Ура! Сегодня уникальное предложение только для вас. Набор японских самозатачивающихся ножей.
ты, брат, как выжил? Ну чё, допрыгался, стендапер, хренов ты, а? Ты чё позволяешь себе там? Я сейчас тебя быстренько отправлю к вашему богу. Кто у вас там, не Злобин? Давай шути, ну-ка! А почему эрекцию мэра называют Олимпиада? Ты и что? Потому что это великое международное событие. А, потому что она тоже раз в 4 года. И шутка где? Обезьянник, обезьянник, не поймет намек начальник, не поймет его напарник, не поймет овчарка Рекс. Да не, ну не интересно, правда. Не, спасибо, не надо. Да понятно, что маленький процент, но я ж не спрашивал. Нет. Да ты слышишь или нет меня, деградант конченый? Ну ты реально ущербный. Ну я пытался вежливо. Но вам как будто бы доплачивают, если вам грубят. Все, до свидания. Наконец-то поняли, ага. Валера, привет. Слушай, я сейчас шла по торговому центру, мне дали духи понюхать. Валера, это был просто запах мечты. Я влюбилась, короче, я не удержалась и купила. Понюхай, какие классные, понюхай. О, супер, супер. Да? Конечно, Кать, конечно, ты не удержалась и купила. А знаешь, почему они тебе понравились? Потому что ты их нюхала в торговом центре, Кать. Где, с одной стороны, от туалетов фонит, с другой — мексиканская и вьетнамская кухня вытяжку пыхтят, которая не то что не справляется, она еще с парковки своими запахами угощает. Да не ругайся, Валера, я купила по скидке. Там просто надо было оформить скидочную карту, я заполнила анкеты на всех членов семьи, и очень быстренько мне все сделали. Катюх, не кажется тебе неравнозначный маленько обмен? Вся информация о семье на вкусненький запах. Что? Ну ничего, ты этот номер наш оставляешь везде, где можно. Мне сегодня откуда только не звонили. И юридические услуги, карате онлайн, депиляция бикини, гаражный кооператив. Они вообще не отдупляют, что я за человек, что от меня ждать? О, еще одни. Алло? Что, клиника мануальной терапии? Не хочу ли я пройти обследование? Да, конечно, хочу, конечно, да. Когда-то вы должны были попасть, и вы попали, представляете? Да, серьезно, хочу. Из симптомов у меня, смотрите, я придурочный долбанавт, который сам не может найти клинику в интернете, представляете? Да, да, до свидания, до свидания. Валера, а что ты психуешь? Просто не бери с незнакомых номеров и все. А, да, это можно, Кать. Единственное, с незнакомых номеров могут по работе звонить. Видишь, какая работа. Но ты не бери в голову. Это, знаешь, вот я не считаю кэшбэк своей зарплатой, вот чтобы ты понимала. Да и ладно ты телефон, ты же еще везде этот, почту нашу оставляешь. И что? Ничего. Так-то на почту приходят индивидуальные предложения именно по моим интересам. Почему они мне приходят, Кать? Я открыл недавно ящик, там 22 708 непрочитанных писем. От Ле Моды. Кать, а я вообще не модник. Ты знаешь, я штаны ношу ну так, чтоб ну в дурку не забрали. 22 тысячи непрочитанных писем. Это что за переписка с умершим родственником? Серьезно. Валер, это робот отсылает, ты что? Так мне жалко этого бедолагу. Про остальных роботов фильмы снимают. Они там человечество порабощают. Это гнида офисная просто сидит, скидки на Уги рассылает. Так это самый страшный робот. Он вот так затрахается в офисе, выйдет на улицу, как начнет всех крошить. И выживут только те, кто в Угах. Ой, просто отпишись от рекламы, и все это несложно. Кать, ты не понимаешь, что ли? Ну, рекламщики сейчас, они нас крепко за яйца взяли. А тебе не понять, крепко это неприятно, Кать. Это больно. Ты сейчас как вот в Ютубе ролик смотришь, сначала тебе, хоп, 4 рекламы. Если ты их не пропустил, будь добр, еще 2 тебе накинули. Ну, тебе ж, видимо, понравилось. А потом еще внутри видео кто-нибудь нет-нет сказанет, типа, комфортабельнейший внедорожник из Кореи.
Не из Германии, из Кореи. Из страны, ассоциация с которой первая, это, ну, корейский морковный салат. Ой. Салат, Кать, из одного ингредиента. А они комфортабельнейший внедорожник, ну точно. Валера, есть просто платная подписка, ее можно оформить. Не надо говорить. Ты что, не знаешь, что сейчас все слушают? Вот ты сейчас сказала, платная подписка. Через 10 минут мне контекстная реклама будет прилетать с платными подписками. Это вы слушаете, скоты? Смотрите, не все, что я говорю, я хочу купить. Да. Слово «дилдак» я могу использовать просто в пьяной беседе, допустим. Швабра потасканная — это может быть последний аргумент в семейной ссоре, например. Валер, ты так рассуждаешь, как будто реклама вот только сейчас появилась. Она вообще всю жизнь была. Ту рекламу любили, ее там друг другу пересказывали. Она прикольная была. Можно было как? В жизни прикалываться. Ты такой бухаешь, и все такие: «А ты налей и отойди». Или... Кто едет к бабам? Петя, Вася и Сережа тоже. Да, душа была, понимаешь? И, ну, или ее любили, потому что, ну, можно было 5 минут док-шоу не смотреть. Я не знаю. Успокойся. Представляете, у вас открыто. Игнат Павловский, слыхали? Неважно. Сегодня уникальное предложение. Только для вас набор японских самозатачивающихся ножей. Ты, брат, как выжил? Или ты в лифте в 2007-м застрял, а у лифтера только сейчас минутка нашлась? Я понял. Необходима демонстрация. Смотрите, берем листок бумаги. Вау, все. Ну, я покорен. Ты сейчас разрежешь листок бумаги. Ну, это фантастика, это, да. Это я покорен. Серьезно, сейчас вот, когда можно одним кликом, смотря фильм, купить шляпу, как у главной героини, ты меня вот этим удивляешь. Ты как дожил реально до этого времени, брат? Что происходит? Не обращайте внимания, он сегодня не в настроении. Да, конечно, не в настроении. Мне сегодня что только... Мне звонили, меня отмечали в каких-то розыгрышах. Сейчас этот с лицом хозяйственного мыла пришел домой прямо ко мне. Я понял. Вы, наверное, так расстроены, потому что вам в двери кто-то бумажку спицами запихал. Еще эти рекламки спицами, ну... Сейчас, секунду. Алло. Микрозелень? О, конечно, интересует, конечно. Дай нож. Конечно. Адрес, говорите, адрес. Все, я выезжаю, да. Я выезжаю. Почему мэр стоит на коленях перед 10 неграми? Потому что он такой взяточник, что ему уже все равно, что брать. А ты что смеешься, Саша? Че, 10 негров смешно для тебя? Типа легкотня на один зубок? Мятный пряник. Титаник, даже самоварный краник потекает прям на кекс. Азамат Ахирович, можно? Заходи, Саш, как раз твой совет нужен. Да, слушаю вас. Смотри, вот в интернете нашел объявление. Гитара Fender 73-го года. Так. Оригинал. Дальше вот, смотри. Или, да? Кабачок. Угу. Я не знаю, оригинал, не оригинал, но судя по внешнему виду, как он скукожился, тоже 73-го года. Дальше вот, смотри, глушитель от Nissan. Оригинал, оригинал не знаю, но, видно, по виду рядом с кабачком лежал. Вот что думаешь из этого взять все? Ну, смотря для чего, Азамат Ахирович. Вот, позвали сниматься в «Звезды в Африке». Сказали одну вещь какую-то с собой взять необходимую, чтобы в пустыне выжить. Ну нет, конечно, ты что, идиот, что ли? Мне надо одному человеку это в задницу засунуть. Кому в задницу?
и расцвел сразу. Как чуть-чуть про попку, сразу он... А кому? А чего? А кому попку? Сразу. Ты че, елки-палки, Сашка? Хоть чуть-чуть скрывай, ну, немножечко. Ты не надейся, не тебе. Ты без премии остаешься, ты не наработал еще. Сбесило. Ставить ей взад эту гитару прям поглубже, аж до 12-го лада, чтобы он с жопой своей вот... Баре зажала, я ему тут наиграю дедюлю. Да кто вас так сбесил-то, Азамат Ахирович? Вы что, Стаса Ярушина, что ли, увидели с усами или что? Нет, это не Стасик меня сбесил, нет. А кто, Азамат Ахирович? Стендапер этот! Из нашего городского стендап-клуба номер 2. Сволочь, блин. Смотри-ка, блин, с юмором, блин, он подошел. С каких пор вообще юмористов разрешили про власть шутить? Я не пойму. Смотри, иди сюда. Смотри, что он говорит. Да, в нашем городе плохие дороги, зато очень хорошие дороги у нашего мэра на столе. В чем юмор, я не пойму. Ну, типа то, что вы все деньги потратили на наркотики. Да это я сразу почти что понял. Но юмор в чем? Где тут шутка-то, идите твою мать? Он же просто правду говорит, летопись. Мэр вор, он говорит. Ну и шутка где? Вот если понял, что мэр вор, шучу, не вор. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, шутка. Ты слышишь, как это? Мэр вор. Шучу. Мэр не вор. Ну вот же шутка. Зови нахрен сюда, канцелярский нож мне дай, я его обстрогаю до мясной морковки вот так вот и все. Азамат Ахирович, да может не надо, но это же просто шутка, что вы в самом деле? Саша, просто шутка, это Саша симпатизирует пенисом. Вот это просто шутка. Да. Понимаешь, почему это шутка? Потому что это неправда. Правильно? Конечно. Поэтому это шутка. Там намного больше, чем просто симпатия. Там неимоверно страстная любовь. Давай зови этого стендапера сюда, хренова. Пообещай ему там, что они там любят, самое дорогое. Бутылку воды и высокий стул прилетит, как миленький. Заходите. Ну что, допрыгался стендапер, хренов ты, а? Внутрь собачьей жопы. Ты че позволяешь себе там? Я сейчас тебя быстренько отправлю к вашему богу. Кто у вас там, не Злобин? Азамат Ахирович, да успокойтесь. Ну, это же просто шутка. Ну, пошутите просто в ответ, и все. По твоей логике что? Я ему кабачок в жопу могу засунуть, только если он мне кабачок в жопу засунет. Тоже пошути, ни хрена себе. А ты чего молчишь? Давай шути, ну-ка. А почему эрекцию мэра называют Олимпиада? Ты и что? Ну что, это же легкотня. Это же шутками называешь? Юмористом себя называешь? Я тебе сейчас накидаю нахрен сразу. Почему эрекцию мэра называют Олимпиадой? Ты что, потому что это великое международное событие. Чего не смеетесь, ваш мать? Ну, давай свой вариант. Чего у тебя там было? Почему эрекцию мэра называют Олимпиадой? Потому что она тоже раз в 4 года. Угораешь, что ли? Не пойму. А? Опять-таки, шутка где? Слово «шучу» идти, вашу мать, где? Шутка это сама по себе, это какая-то неправда, понимаешь? Выдумка! Это же азы! То, что ты мне говоришь сейчас, если бы я это в интервью в откровенном не сказал бы этой журналистке, ты бы хрема когда про меня что-нибудь сказал бы вообще. Давай, второй шанс. Как будто ты алкаш и наркоман, и мои сережки пропил, а я тебе что-то какие-то чувства остались. Давай, ну-ка. Что общего у мэра и микрозаймов? Воруют деньги у населения. Оно? Оба дают даже бомжам и алкашам. Саш, удали ты нахрен это интервью мое с телевидения. Он ничего не придумал, он просто цитатами нахреначит оттуда, и все. Вот, смотри, шутка. Сколько тебе лет? 27. Отсоси вот... А, ну подожди, сейчас. Сюда не подходит. Сюда не подходит. Так, ну-ка давай, сколько будет 150 плюс 160?
310. А, 10 лишних, да? 10 лишних. Сколько надо сказать, Саша, твоя мать, чтобы там 150 плюс 150. Ну вот, сказать. Уже он знает ответ. Ладно, сейчас. Давай теперь ты, последний шанс тебе даю. У нашего мэра в паспорте в графе «пол» написано «бюджета города». Потому что именно столько он ворует. Мог бы и не договаривать, что ты. Что это же посередине твоей шутки, это уже чепуха полнейшая. Что ты мне пол бюджета? Я тебе что, ребенок в детском саду, пол каши есть? Это что? Саш, ну и что, у кого смешнее-то? Да ничья. Ничья. Но Саша, он некомпетентный, понимаешь? Он не сможет из нас выбрать никогда победителя, потому что у нас с тобой по одной письке. И там одинаковые награды, понимаешь? Нам нужен тот, кто нас рассудит. Кто там может нас рассудить? А! Катерина же есть! Она мне ничего не должна, кроме того, чтобы, если бы не я, то она сдохла под забором от голода. Катерина! Да? Что там делаешь? Пыль протираю. Че, кто на свидание позвал, что ли? Давай, накидывай трусишки, иди сюда. Катерина, ёпарасота, выглядишь, как будто бы не под одеялом спишь, а под памятником с фотографией. Вы что-то хотели или это как обычно все? У нас тут, Екатерина, юмористическое соревнование. Вот слушай шутку. Если у Катерины родится ребенок, то отчество у него будет Дилдович. Ну допирайте, теть ваш мать, допирайте. Ну? Или ветка Березович. Палка Колбасович. Безымянный палец Катеринович. Не понимаю, что не смеетесь. Все что угодно Продолговатович. Смешно, Кать? Очень сильно. Очень. Только не смешно, а обидно. Но для меня это самое главное, чтобы очень сильно. Ну, Катя у нас в юморе разбирается. Что все шутки про нее. Премия тебе, Кать. Только не поджопник, как на день рождения, пожалуйста. С какого перепугу поджопник? Че ты? Поджопник это была не премия. Ты че? Ишь какая? Ты че думала, что это был дар? Нет, я просто проверял меткость ноги. У тебя же попка как 5 рублей в километре отсюда. Че стоишь, сдался что ли? Давай дальше свои шутки. Почему мэр стоит на коленях перед 10 неграми? Если сейчас ты скажешь что-то из интервью, я тебя прям сразу здесь нахрен просто вышвырну вот с этого окна. Ну? Потому что он такой взяточник, что ему уже все равно, что брать. А ты чё смеёшься, Саш? Чё, 10 негров смешно для тебя? Типа легкотня на один зубок? Да нет, просто шутка смешная. Ну, давай побалуй еще Сашку. Почему у мэра не стоит писюн? Почему? Ты знаешь, почему? Вот академики со всего света бьются в догадках. Ну, почему? Потому что он положил его на город. Ну вот же, наконец-то! Ну, вот теперь смешно, вот теперь уже сообразил, уже и... Молодец, подмечаловка. Первая нормальная шутка, основанная на том, что у меня действительно
Огромный дерписюндер, ну? Что ж, покрыл весь город. Ну, ты... Да я понимаю, гротеск, преувеличение. Ну, ты немножко, конечно, дал много. Это я, ну, там не на весь город. Он просто до промзоны. Первые гаражи чиркает и... Подножки ставят тем, кто там гуляет. Молодец, видишь? Поговорил с властью и сразу поменял контент. Годный. Молодец. Давай, шуруй дальше. Вперед. Выступай там. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Счастливо. А вы что стоите, тить вашу мать, помощнички? Что? Бегом нахрен, бегом за ним. И везде, где он был хоть раз, все сжечь. Чего? Да! Даже яйца отца! Вперед! Можно бесконечно пытаться понять намеки девушек, но иногда лучше просто спросить. Это тоже бессмысленно, но как минимум быстрее. Встречайте, постоянные участники рубрики «Ноунеймы России», группа «Невозвратные бумеранги». Ты позвала меня к себе на чай, я сразу понял твой намек, встречай. Ты разлила по кружкам кипяток, я догнал твой намек. Туда-сюда макаешь чайный пакет, в этом прозрачнее намека нет. Ты разогрела свой вишневый пирог, я догнал твой намек. Тает за твоей щекой с повидлом карамель, а я продолжаю видеть в этом параллель. Мятный пряник, мятный пряник, тонет в чае, как Титаник. Даже самоварный краник потекает прям на кекс. Мятный пряник, мятный пряник, мой стакан, твой подстаканник. Все, что вижу, намекает нам на секс. Не просто так тебя на кухне зажал, не просто так кричишь, ты руки убрал, не просто так меня швырнул на пирог, прямо в лоб твой намек. Не просто так ты мне кричишь, пошел вон, не просто так ты вызываешь ОМОН, не просто так пришел сосед понятой, это все про любовь. И везет меня в ночи ментовская газель, а я продолжаю видеть в этом параллель. Обезьянник, обезьянник, не поймет намек начальник, не поймет его напарник, не поймет овчарка Рекс. Обезьянник, обезьянник, есть кровать, что вижу, намекает мне на секс. Это не сна, это не сна, все это мерещится секс. Мне не до сна, мне не до сна, нужен холодный компресс. Это не сна, это не сна, все это мерещится секс. Мне не до сна, мне не до сна. Это не сна, это не сна, все это мерещится секс. Мне не до сна, мне не до сна, нужен холодный компресс. Это весна, всюду мерещится секс. Это весна, это весна. Это было шоу «Однажды в России». Это весна. Это весна, это весна, всюду мерещится секс. Мне не до сна, мне не до сна, нужен холодный компресс. Это весна, всюду мерещится секс. Это весна.